Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A3 и Samsung Galaxy A5 версии 2017 года. Давайте сразу поговорим о стоимости устройств. Galaxy A3 стоит 9000 гривен, это примерно $330. A5 11000 гривен, это примерно $400. Теперь сравним их комплектации. Они аналогичны, скажу я вам сразу, но давайте я вам это продемонстрирую. В комплекте набор бумажек, ключ для того, чтобы открыть слот. И вот, собственно, комплектация USB Type-C кабель, адаптер, переходник с microUSB на USB Type-C и наушники. И такая же комплектация у Galaxy A5. Набор бумажек, ключ для слотка, USB Type-C кабель, адаптер питания, переходник и наушники. В общем, комплектация идентична. Теперь сравним устройства по внешнему виду. Дизайн у них одинаковый, они отличаются только габаритами. Материалы корпуса — это стекло и металл, спереди и сзади стекло, окантовки металлические. На передней части устройства находится у A3 4,7 дюйма дисплей, у A5 5,2 дюйма дисплей. Механическая кнопка, которая также служит отпечатком, датчиком отпечатка пальцев, и две сенсорные, это для управления устройства. Над экранами разговорные динамики, фронтальная камера и датчики приближения освещения. Слева кнопки регулировки громкости, а также у A5 здесь находится слот для первой нано-сим-карточки, у A3 его нет. Сверху слот для второй нано-сим-карточки и microSD-карточки у A5. У A3 это комбинированный слот, для мы можем его использовать либо на две наносимки, либо на одну наносимку и microSD-карточку. Чуть позже их открою, покажу вам. Справа кнопка включения, также кнопка включения, а также прорезь для динамиков по обоих устройствах. Снизу порт USB Type-C, джек для наушников и микрофон. Вот. Ну, в общем, видите, что не отличаются спереди и сзади, также одинаковое размещение элементов управления. Вот. Закругленные задние части устройства, за счет этого устройство удобнее лежат в руке. Теперь габариты, вот, насколько они отличаются по ширине и высоте. Высоту A3 135 мм, а A5 146 мм. То есть высоту они чуть больше, чем на 1 см отличаются. По ширине у A3 66 мм, у A5 это 71 мм. Ну вот, немножко отличается, видим, шире A5. И толщина у них одинаковая, 7,9 мм. Вес 140 граммов весит A3, 160 граммов весит A5. Вот. Еще раз покажу внешний вид. Ну, в общем, такая чуть-чуть уменьшенная копия. Близнецы. Ну, отлично выглядит устройство, премиальное. Приятные на ощупь материалы корпуса, отлично лежат и смотрятся в руках устройства. Теперь откроем слоты. Сначала у A3. Вот, комбинированный, как я говорил, слот. Две наносимки, либо одна наносимка и microSD для того, чтобы расширить память устройства. Закрываем. И теперь откроем слотки. У A5 их два. Вот первый, это на первую наносимку. И второй, это на вторую наносимку и microSD для того, чтобы расширить память устройства. В своей памяти устройства 32 гигабайта. Прошу прощения, 32 это у A5 и 16 у A3. Ошибочка. Проверил. Почему-то думал, что у обеих 32. Сделаем яркость максимальную. Ну, в общем, дисплеи Super AMOLED, они не отличаются. Отличаются только разрешением HD, то есть 1280 на 720 точек у A3, и Full HD, то есть 1920 на 1080 точек у A5. В общем, отличные экраны по цветопередаче и
Также по углам обзора никаких проблем с этим нет. Ну и все четко. Открываем настройки об устройстве. Сведения о программном обеспечении, версия Android 6.0.1 обеих устройств и версия NOX 2.7 также обеих устройств. Теперь давайте перейдем в интернет, посмотрим, кто будет быстрее грузить какие-то странички. Начнем с сайта Samsung. Вот Samsung.ru выпускает одновременно. Устройства подключены к одной сети Wi-Fi. Чуть быстрее задача исправился от третьей на миллисекунды. Ну, работают на сайте они отлично. Узнать больше. Вот. Чуточку быстрее А5. Вернем назад. Да, А5 чуть быстрее грузит. Одновременно нажимаю вот еще раз. Тут примерно одинаково. А5 быстрее. В общем, либо чуть быстрее будет А5, либо одинаково. Вернем назад. Тут тоже примерно одинаково, даже не успел заметить. Ну, быстро работают, шустро. Даже такой особой разницы между ними нет в работе в интернете, в скорости работы в интернете. Идем дальше. Теперь синтетические тесты Geekbench 4. И поговорим о их технических характеристиках. Начнем с Galaxy A3. Здесь используется 8-ядерный процессор Joshua, работающий на частоте 1,6 ГГц. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной 16. Видеоускоритель Mali T830. Разрешение 720 на 1280, то есть HD. Теперь о Galaxy A5. Здесь 8-ядерный Exynos 7880, работающий на частоте 1,9 ГГц. Оба процессора 64-битные. Оперативной памяти 3 ГБ, встроенной 32. Видеоускоритель Mali T830, разрешение 1080 на 1920, то есть Full HD. Дисплей PPI 309 против 423. Запускаем тесты процессора и увидите уже результаты. Результаты синтетического теста Geekbench 4. 680 против 760 в однодерном тесте, 3300 против 4, почти 4000 у A5. Ну, в общем, в Geekbench 4 выигрывает A5. Не так, чтобы сильно, но побеждает. Теперь следующий тест на Tutu Benchmark. Откроем, посмотрим результаты. 46 тысяч против 60 тысяч. Тут более явное преимущество у А5 на 15 тысяч баллов. Сделаем тест экрана. Посмотрим, сколько касаний поддерживают дисплеи. 5 касаний, что тот, что тот. Закрываем. И теперь забыл сделать тест видеоускорителя у Geekbench 4. Давайте его сделаем. И увидите уже сам результат. Результат теста видеоускорителя 1800 против 2100, 1840. Также преимущество у А5. Теперь сравнение в тяжелой игрушке. Откроем GTA San Andreas, сделаем это одновременно. Посмотрим, где лучше, быстрее, плавнее будет работать. Примерно одинаково они загрузились. Посмотрим, что там по графике. Максимально тут хай. Сделаем тут тоже максимальный уровень. И запустим игру одновременно. Ну, примерно одинаково, чуть быстрее на А3. Что ж, давайте начнем смотреть с А3.
Все плавно работает. В общем, максимальные настройки графики. Игра работает плавно. Абсолютно никаких проблем нет. Все отлично. На пятом. На пятом аналогичная ситуация. Все работает плавно, никаких глюков нет. Ну вот эти вот текстуры, что появляются, мигают, то это проблема игры, не проблема устройств. Это на всех смартфонах появляются вот эти вот мигания. Так что. Но нередко появляются. Ну, в общем, на пятом удобнее немного игра за счет того, что экран побольше. А так, именно по плавности и графике они не отличаются. Закрываем GTA San Andreas. Ну, в общем, в остальных игрушках, я думаю, ситуация будет такая же. Одинаково будет работать, но на пятом лучше за счет того, что больше экран и изображение за счет повышенного, выше разрешения, оно будет чуть почетче. Ну, так игра GTA San Andreas работала одинаково. Остальные игры, думаю, также будут работать одинаково. Теперь сравнение камер. 16 мегапикселей у Galaxy A5 против 13 у Galaxy A3. Это основные камеры. И 16 у Galaxy A5 фронтальная камера против 8 у Galaxy A3. Откроем камеры. Вот. И сейчас я вам покажу примеры снимков на эти камеры, и вы сможете оценить их качество. Что касается автономности работы, у Galaxy A5 установлена батарейка на 3000 мАч, которая обеспечит 19 часов воспроизведения видео. У Galaxy A3 батарейка на 2350 мАч, что обеспечит 17 часов воспроизведения видео. По цифрам чуть больше у A5 на 2 часа воспроизведения видео, но вот в жизни, по личному опыту, они примерно одинаковы. Разве что так, если аж вплотную замерить, да, кто там быстрее, то, возможно, A5 продержится немного дольше. Ну а так, ну, разницы особо нет. День-полтора держится батарейка на обеих смартфонах. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Вайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!